холле Дома офицеров царит театральная атмосфера. Десятки моментов сценического искусства замерли на снимках. Эту коллекцию пензенские фотографы собирали не один год. Среди авторов и видеооператор нашего телеканала Олег Харнаев. Всего на выставке представлены 43 работы. Зритель, он сам по себе видит целиком всю конструкцию. На ощущениях, на атмосфере, на музыке, на смену света и так далее. Фотограф видит немножко по-другому все. Он видит отдельными кадрами, да, и какие-то моменты может запечатлеть такие, которые зритель даже, может, упустил. И вот хотелось показать людям именно вот эту сторону и сценического искусства, и нашего фотографического искусства. Идейный вдохновитель и организатор экспозиции Александр Эпимахов – не только фотограф, но и театральный режиссер. Поэтому оба вида искусства ему близки. На этой фотографии мы можем видеть нашу сцену в Доме офицеров, которая еще была в момент ремонта. И получается, мы эту фотографию уже никогда не сможем повторить, никогда. Потому что в таком виде эта сцена уже никогда не будет. Да? Леса, здесь еще нет светильников в подвесах, нет еще ни света, ни звука, ничего еще. Да? Там даже не кресел, все пыль, грязь, еще полное строительство. Но мы уже в костюмах, мы уже на сцене, и мы уже что-то создаем. У организаторов уже есть планы по будущему развитию экспозиции. Прежде всего, они рассчитывают, что расширится география фотографов. Новые работы позволят взглянуть на театральное закулисье других регионов.